Всем привет! Хочу рассказать и показать, чем лучше всего отделать внутри балкон, стены. Вот мы сделали такую вот штукатурку, нанесли. Посмотрите, как она смотрится. Вот так. Что я могу сказать? Очень удобно. Простояла 8 лет. Балкон у нас зимой не отапливается. Вот смотрите, как она смотрится. Супер! Кто хочет так балкончик внутри отделать стену, замечательно. Ребята, смотрите, какие камушки красивенькие. Мне очень понравилось. Муж и откосы так же самое. Все, окошко, все вот так сделал. Очень удобно, не оббивается. Мы изначально хотели покрасить, просто стены выровнять и покрасить. Потом мы решили, что здесь у нас на балконе стоит самокат сейчас, еще этот велосипед детский сейчас занесу, София катается на улице. На зиму убираем, а летом сюда приносим. Вот потом хотели кафелем, муж хотел, давай, говорит, кафелем выложу, говорит, красиво будет. Я говорю, Жень, кафель, зима, испарение. Выходишь, вешаешь белье, если на балкон там. Ну, редко, но бывает. Я говорю, будет кафель, конденсат вырабатываться, будет по нему бежать. Вот бывает, как по стеклам иногда тепло, теплый воздух сразу попадает в балкон. А вот это нет. Я говорю, если бы мы здесь покрасили, просто... Это бы все уже ободралось. София была маленькая, тут играла, ей столик ставила, кухню. Вот это неубиваемая вещь, ребята. Супер, советую. Очень хорошая вещь. Удобно. И наносится легко. Шпателем, по-моему, вытягивал муж. Супер. Вот это что грязненькое. Так, не знаю. Я, конечно, его даже не мыла. Пробовала тряпкой, тряпкой неудобно. Цепляется тряпочка. Ну, пылесосом прошел, щеточкой. И то никто практически этого не делает. Так балкон мой, а так нет. Вот кому интересно, именно... О, дядя Саша на балконе. Соседи. Кому интересно, можете, ребята, вот у себя так сделать. Цвета бывают разные. Мы выбрали песочный. У нас песочный такой. Балкончик песочный. Вот, кому интересно, могу рассказать больше, если надо, снимем. Ну, мне кажется, тут понятно все. Супер, супер. Вот эта вещь неубиваемая. Единственное, вот уголочек можно, если так неаккуратно выходить, можно поцарапаться. А так, очень классная вещь. И смотрится хорошо, и удобная, практичная очень. Мне нравится. Я довольна. Это я мужу посоветовала. Он не хотел. Я говорю, пожалуйста, Жень, сделай. Ну, женщина же всегда знает, что лучше. Все, девчонки, всем спасибо. И мальчишки, если смотрели. Так что, ребята, делайте себе. Всем пока-пока.